Мы находимся на Думской улице. Гостиный двор. Проходила мимо и увидела. Вот что это такое. Сейчас попробую это снять. Я пытаюсь снять то, что находится на Думской улице. Справа гостиный двор. Подвал. Тоже начинается разрушаться. Галятка. Это подземные территории. Как-то так. Здесь тоже скрывается изначальные гранитные плиты, которые были ранее уложены. Старые гранитные плиты здесь тоже видны. Можно видеть, как проваливаются здесь вот тротуарчики в гранитных плит. Еще раз покажу здесь. Видно подземелье. Подземный этаж. Сейчас проходила по Гороховой улице и обнаружила, что отвалилась облицовка, и мы можем видеть вот такую кладку кирпичей, как это обычно делается над проемами окна. Красный кирпич уходит глубоко под землю, скорее всего, что это окно. Потому что соответственно и здесь красный кирпич, но здесь уже он заложен. Кому интересно, приходите, изучайте локацию.